Сегодня под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка в Шебекинском округе. Предположительно, били из РСЗО «Град». Один из снарядов прилетел в подвал местной школы. Учеников в здании, к счастью, не было, так как они переведены на дистанционное обучение. Напомним, Новая Таволжанка попадает под обстрел не впервые. В ноябре в результате стрельбы со стороны Украины пострадал госпиталь для ветеранов войн.